Дорогие друзья, мы находимся в городе Флес. Это просто пи***ц, короче. Это курортный поселок. Да, Ивановская область. Веломарафон Флесский. Да, веломарафон. Вот поэтому мы идем пешком. День Д минус один. День Д. О, надо кроссовки приодеть. Дорогие друзья, при наших глазах чуть не переехали собаку. К сожалению. К сожалению, да. На наших глазах застрял практически человек на своей... Что там? На лачете. Сейчас бы мы его вызвали. Да, сейчас мы будем пытаться. Хач Блэк. Ну, мы, по крайней мере, сделаем вид, что мы пытаемся его вызволить. Может быть, сейчас... Может быть, сейчас у провинции поменяется мнение о москвичах. Что мы такие, блядь, потребители и долб***ы. А может, мы там застрянем, мы будем самым настоящим долб***ым. В общем, это... При этом его вытащим, был всех пёс. Это 19 июля, город Плес, точнее его окраины. О, пи***ец, о, блядь, нормально. Кстати, чё мы не разгрузили машину? Ну, в смысле, чё мы не вышли? Да, например, давайте лучше выйдем. Уже есть всё, проводится. Пока. Да ебать ты нахуй, какого хуй туда лег? Иди с той стороны лезь, блядь. Блядь, ну не лезь ты здесь! Ты смотри, какой здесь пиродактиль летает, пошел он нахуй! Я здесь лезть, я пошел. Блядь, какой наглый. У меня номер 281. И это, я так понимаю, только одна из категорий. Ну и... Слушай, давай, короче, ночью пройдемся, блядь, с топором, ёпта, сделаем не 281, а один. Может, хотя бы 28. 28 хотя бы, да. О, читали фиговинку, фига себе, прикольно как. Да. Табличка. Помню, блин, без коробки. Это фивинок белый. Здравствуйте, дорогие друзья, мы находимся в городе Плес. Плес. Сегодня 20 июля, мы собрали палатку, вещи, пытаемся уже выехать, так сказать, на трассу. Тут была стоянка туристов, вот можно наблюдать, в принципе, тут какие-то туристы, эти велосипедисты. Но с другой стороны, там еще одни. Сейчас мы едем по разбитой дороге. Едет номер 284, кажется, да? Или какой там 200? Да, хуй знает. Хуй знает, какой-то номер. Это Константин Терентьев на ваших экранах. Терентьев, сотрудник компании Техносерв Консалтинг. Да, я. Специалист технической поддержки пользователей. Уже как, сколько, 3 года? Ну, то есть вот. Не растет карьера. Никакого карьерного роста в Техносерв Консалтинг нету. Да. Хэштег нет карьерного роста Техносерв Консалтинг. Хэштег. Пожалуйста, так сказать, добавляйте ваши посты. Мы потом проведем конкурс. Едем. Тут у нас береза. Хуй с ней. Пизда ей, блядь. Опа. Нормально, смотри, так едем, блядь. Мы проехали сложный участок дороги. Сейчас мы подъезжаем, так сказать, будем подъезжать к парковке. Один, стоп! Давай! Неудачи!
Дорогие телезрители. Рюкзаку подняла. Да? Нас не видно. Говно. Давай, Саш, проехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас... Сейчас у нас... 4.10. Да, 4.10. Наш номер 281. Константин Терентьев, так сказать, финишировал. Финишировал 281. Да, как и было. Возможно, это еще не худшее предположение. Я опять живу в двери. Да. Сейчас мы погрузили все наши монатки и отправляемся обратно в город Героя Москвы. Стартуем. Стартуем, так сказать, пристегиваемся сначала мы же. Давай, сейчас она, сейчас мы поедем, я тронусь, она упадет. Потому что ты выключай и забирай ее. До новых встреч.